твоем месте, я бы сначала доучился. Сколько тебе? Две. Ты абсолютно... Тайгу ты всегда успеешь. Mm. В это заведение прием идет круглый год. Вот. Абсолютно. Где были там, как мне кажется, больше нужны мясорубы, плотники. Ну что? Люди физического. Я буду стараться. Старшие товарищи мне помогут. Ну и кроме того, ну не всем же учиться. Ну, кому-то и работать надо. Закончи школу и будешь. Ну, тебя никто не спрашивает. А что дарешь? Не спрашивает. А, кстати, тебе полезно знать мнение твоей сестренки. Она серьезнее тебя 10 раз. Всем известно, папа, что у тебя серьезная, умная, очень красивая дочь. Это без смеха. Ну и кроме того, у тебя появился еще один сын, так что вы вполне могли бы оставить меня в покое. Ну, попробуй, ну, поговори, ну попробуй, ну купи его за рубь. На твоем месте я бы послушался отца и сестренку. А ты вовремя нашелся, ну вот ты и слушай их вместо меня. Я уезжаю, к сожалению. Как уезжаешь, когда? Завтра. Нас ждет институт, как это ни печально. Да? А я-то думала, что ты к нам. Она-то думала, что ты останешься тут с папой. Нашла козла отпущения. Не надо. Не устраивай скандал. А что касается Володи, он обещал приехать погостить ко мне зимой. Значит, может, ты здесь осенью. Так, мимоходом? А ты выходишь перед отъездом? Перед каким отъездом? Нина, Володя завтра улетает рано утром. У меня к тебе просьба. Володя, у меня сегодня серьезный день, серьезная программа. Дедур, Ремажор, я прошу тебя, приди, пожалуйста. Пораньше, ну, со своим, с этим... Ну, хорошо. Ой, Василий, посмотри-ка. Наталья при всем наряде. Володя, это она. А кто такая? Наша соседка, хорошая женщина. Краса родимого села. Ну, что ж ты сидишь, поди, попрощайся. Нина. Ну, отстань от меня. Сегодня ты еще не прощался? Нина. Ну, что тебе от меня Или надо? Или ты ей письмо отправил? Мне надо, чтобы ты с ума не сходил. Надо думать. А потом с ума сходить. Разве? Лучше уж наоборот. Ты, боже мой. Да? Я так считаю. Я очень глупо. Володя абсолютно прав. Думать не лишнее. Но надо учитывать молодые эмоции. Ой, чувства, давайте, понимать. Защищайте. Если вы хотите, чтобы он совсем рехнулся, давайте. Ты сама думай и прикидывай. Но меня-то оставь в покое. Может, я хочу с ума сходить, понятно тебе? Зачем же так? Да что он в самом деле? Нашел перед кем унижаться? Нин, ты не права. Девушка, она неплохая. Володь, посмотри, пожалуйста. О. Его можно понять, она интересная. Да, ты думаешь? А что, внешне, во всяком случае, она весьма привлекательная. В таком случае у тебя дурной вкус. И уходите из кухни, я начинаю уборку. А лучше всего вот что. Не думать ни о чем. С ума не сходить. Так оно спокойнее, по-моему. Нина, прислушайтесь к суждению человека, который... Я объявила уборку, слышали? Уходим, уходим. А знаете, Нина, я с вами совершенно согласен. В этой Натальи нет ничего особенного. Прекрасно, освобождайте помещение. А я как раз хотел... помочь вам прибраться. Иди, иди, нам надо поговорить. Нет, ну, может, что-нибудь переставить? Вынести. Ты нам будешь только мешать. Слушай, ты же ей брат. Какие у вас могут быть разговоры? Семейные. Семейные разговоры. Нина! Даже странно. От папы, конечно, всего можно было ожидать, но такого... Кто бы мог подумать, что у меня есть брат, да еще старший, да еще такой интересный. А я? Разве я думал, что у меня такая замечательная и симпатичная сестренка? Симпатичная? Конечно. Ты так считаешь? Нет. Я считаю, что ты красивая. Ну так красивая или симпатичная, я что-то не пойму. И то, и другое. Но мне надо с тобой поговорить.
Значит, ты уезжаешь? Да, что? Ах, да, тебе, наверное, отец все объяснил. Так, значит, уезжаешь. И что же выходит насовсем? Ну да. А что тебя, интересно, волнует? Меня? Видишь ли, какое дело? Отец, человек ведь уже не молодой. И не такой уж здоровый. И характер у него. Ты сама понимаешь? Нет, не понимаю. Ведь он останется один. Так и что? Ну, ты могла бы... Могла бы что? Ну, в общем... Могла бы здесь остаться. Вот как? Надо же, какой ты заботливый. А как иначе? Он ведь тебе не кто-нибудь. Отец родной. А тебе? Если ты такой заботливый сын, то почему бы тебе не взять его к себе? Мне? А что ты так удивляешься? Ты старший сын. Если на то пошло, то это твой сыновий долг. Васенька! Васенька, подойди ко мне, я тебя отшлепаю за вчерашнее. Да? Для этой цели поищите кого-нибудь другого. Не сердись, я пошутила. У вас хорошее настроение, вам хочется поиграть. Роль мышки меня больше не устраивает. Ну вот, можешь мной позавтракать, если хочешь. Ты, кажется, приглашал меня в кино, ты не передумал? Ты что, в самом деле? А что там идет? Есть что-нибудь приличное? Новый фильм идет здесь рядом. О чем? Роман со влюбленных, как двое любят, а потом расстают. Ой, о разводе не пойду. Они нет, мне ну на там... работе надоели. Три дела, два развода. Ну там не так. А что еще? Ну, еще один студий Довженко, но там тоже. Кто? Как одна жена ушла от плохого мужа к хорошему. Это и только так кажется. Еще что-нибудь идет или все? Все. Тогда лучше романс. Так что, иду за билетами? Иди, мальчишечка, иди. А на какой сеанс? На какой хочешь. Так... Угу. Тогда на все сеансы, на все подряд, на 40 лет вперед! Приедет к нам на свадьбу, помогать ему будем, письма писать. А впоследствии, в конце концов, мы же оставляем его ненадолго, но на год, на полтора. А в авиации что, медовый месяц длится полтора года? А что, тебе не нравится его профессия? Почему же нравится? Это замечательно. Неотразимо. Не улетай, родной, не улетай. А я не понимаю твоего тона. И он не летный состав, а наземная служба. Радиоинженер. Вечером я вас познакомлю. Он хороший парень. Я представляю. Наземная служба. Ха. Наверное, он большой и добрый. Да, ты прав. Некрасивый, но обаятельный. Точно. Веселый, внимательный, непринужденный в беседе. Да-да-да, откуда ты все знаешь? Полевой, целеустремленный. В общем, за ним ты как за каменной стеной. Да. И волевой, и целеустремленный. А что в этом плохого? По крайней мере, он точно знает, что ему в этой жизни надо. Много он на себя не берет, но зато он хозяин своему слову. Да. Не то, что некоторые наврут, стрекорбы наобещают, а на самом деле... Может, он вообще у тебя никогда не врет? Да, не врет. А ему незачем врать. Да? Да. Я хочу его видеть. Покажи мне его. Дай хоть краем глаза на него взглянуть. Вечером увидишь. А днем нельзя? М? Я хотел бы рассмотреть его как следует. Никогда не врет, а? Это же замечательно. Послушай, что ты против него имеешь? Он простой, скромный парень. Угу.
Ну, звезд с неба не хватает. Ну и что? А я считаю, что это к лучшему. Мне Цицерона не надо. Мне мужа надо. А? Что? Если так, тогда, конечно. Тогда в самый раз. Что в самый раз? Ты ведь даже не знаешь его. Зато я тебя знаю. Надо ж. Когда это ты успел? Да вот сейчас. Какой ты способный. Поговорил 5 минут и все понял. Понял, что тебе надо. Ну и что? Мужа. Ты сама сказала. Ну, знаешь ли, это уже... И вообще, кто ты такой, чтобы говорить мне такие вещи? Да если хочешь знать, он ничем не хуже тебя. Не спорю. Даже лучше. Не возражай. Какое же сравнение? Он, конечно, лучше. Он шире тебя в плечах и выше, на полголовы выше. Тогда тем более. Что тем более? Что тем более? Ты нахал. Нахал и выскочка. Да? Да, псих. Папа твой псих, и ты такой же. Спасибо. Пожалуйста. Ты обиделся? Да нет. Но ты тоже хорош. Да уж. Зря я на него напустился в самом деле. Значит, мир? Я на тебя тут накричала. Ты не сердишься? Да нет же. Нет. Странный ты какой-то. Так как с отцом мы не договорили? Очень странный. Послушай, сестренка, нужно что-то решать. С отцом, я имею в виду. Угу. Почему странно? Просто я не спал ночь. Ничего странного. Так как насчет помочь? Могу я, наконец, спокойно поговорить с родной сестрой? Купила мама Лёше отличные галоши, галоши настоящие, красивые, блестящие. Не помешаю? Вроде бы нет. Здравствуйте, Наташа. Здрасте. А меня зовут Семеном. Неплохо. А откуда вы знаете мое имя? Не удивляйтесь, я давно за вами наблюдаю. Даже. Вернее, любуюсь. И где же вы меня видели?
никогда не скажу. Ну, так я сама вам скажу. Как? И вы меня видели? Вы где разводились? Что-что? В каком суде вы разводились? Ну, что вы, никогда этого не было. Я не люблю впутывать государство в свои личные дела. Зачем? У государства своих забот хватает. Я работаю в суде, не там ли мы с вами встречались? Не там, к счастью. Адгезивный отит. Диагноз поставленный женой. Здоровье. Так и знал. Все сейчас читают здоровье. Даже такие девушки, как вы. Впрочем, если принять во внимание вашу пыльную работу, живете одна? Нескромный вопрос. Почему? Почему? Нравится и живу. А вы что, недовольны? Ну что вы, наоборот, романтично. Пригласите в гости. На каком основании? Разве я вам не нравлюсь? Вы? Ничего. Тогда что мы делаем вечером? Я иду в кино. Кино. А нельзя ли это самое кино перенести на будущее? А зачем? Ну... Эй! Как вы живете? Можно поинтересоваться? Входите. Все равно ворветесь. Это точно. Послушай, а может быть вместе? Не-не-не. Иди одна. Я лучше пойду с отцом, послушаю Глинку, Берлиоза. Я тебя не советую. Почему? Потому что никакого Берлиоза ты не услышишь. Он уже полгода как не работает в филармонии. Серьезно? Да. И лучше, если ты будешь об этом знать. А где же он работает? В кинотеатре и в клубе железнодорожников играет на танцах. Да? Только ты смотри, он не должен знать о том, что ты знаешь. Ну, понятно. Конечно, это уже давно всем известно, только я, Васенька и он делаем вид, что он все еще играет в симфоническом оркестре. Это наша семейная тайна. Что ж, если ему так нравится? Я своей матери не помню, но случайно я нашла ее письма к отцу. Там она обращается к нему не иначе, как блаженный. Здравствуй, блаженный, пойми, блаженный. И она права. Она права, он никогда не мог постоять за себя. Погоди, он говорил, что сам сочиняет музыку. Ну как же. А что за музыка? Музыка-то потрясающая музыка. То ли кантата, то ли оратория, называется «Все люди – братья». Всю жизнь, сколько я себя помню, он сочиняет именно эту ораторию. Ну и как, надеюсь, дело идет к концу? Еще бы, он написал целую страницу. Одну? Да, единственную. Только однажды, это было, по-моему, в прошлом году, он перешел на вторую, но сейчас он снова на первой. Да, он работает на совесть. А может, так ее и надо сочинять? Музыку? Ты рассуждаешь так же, как и он. Жалко с вами расставаться. Я так ждала этого отъезда, а теперь и с Васькой жалко расставаться, и с тобой. Хотя еще вчера я тебя и знать не знала. Слушай, братец, где ты пропадал? Почему ты раньше не появился? Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, ему разум учил. А то на тебе явился в последний день, как нарочно. Это даже подло с твоей стороны. Что поделаешь? Оставайся, если хочешь. Задержись, я имею в виду. Зачем? Ну, в кино сходим, на танцы. Ты ведь завтра уезжаешь? Я вернусь. Нет, уже решено. Где ты с ним встречаешься? В центре, как обычно. Когда появитесь? Здесь 8:00. Так хочешь, вместе пойдем? Что мне там делать? Нет, познакомимся вечером. Надеюсь, он тебе понравится. Он хороший. Он так ко мне относится. Ты не думай, я тебе другим нравлюсь, я сама его выбрала. Почему? Он лучше всех? Он любит меня. А в жизни, понимаешь, увлечение есть увлечение, но хочется чего-то раз и навсегда. Понятно. Что тебе опять понятно? Счастливо, братец. Счастливо, сестренка.
так, когда солнце позолотит верхушки деревьев. Хорошо, хорошо. Значит, в 10. Мсье Сарафанов, докладываю. Жизнь бьет ключом. Заметил. А что ты затасковал? В чем дело? Сын ты или бедный родственник? Жду тебя. Ну? Слушай, тебе не кажется, что мы здесь загостились? Да нет, все нормально. Мне здесь уже нравится. Тебе здесь неплохо. Дела идут? Какие дела? Я имею в виду сердечные. А, ничего такого нет. Да ладно, рассказывай, будто я не вижу. У вас бешеный интерес, причем взаимный. На вас нельзя смотреть, просто плакать хочется. Брось, она выходит замуж. Слыхал? Ну и что? Ну и что? И через несколько дней уезжает. Вот и весь интерес. Собирайся. Куда? Домой. Погоди, у меня же в 10 свиданий. Оно не состоится. Какого черта ты суешься, куда тебе не следует? Ты что, не видишь, что с пацаном делается из-за этой девицы? А я-то тут при чем? Не валяй дурака. И никаких свиданий, все. Мы едем. Ни за что. Не могу же я обманывать женщину. Можешь. Зайдешь попрощаться. Скажешь, что когда солнце позолотит верхушки деревьев, ты уже будешь далеко. Слушай, что ты опять придумал? Мы придем сюда ночью, да? Зачем? Значит, не придем? Тогда ты поезжай, а я... Мы поедем вместе. Почему? Слушай, у тебя какие-то планы, я понимаю, но я-то ничего не знаю. За что я должен страдать? Объясни, тогда другое дело. Ты меня держишь в полной темноте. Это некрасиво. Так друзья не поступают. Хорошо. Раз мы друзья, я прошу тебя как друга. Едем, а? Ну, ты же сам сказал, что ты мне друг. Ну, правильно, друг. Но нельзя же сено на мне возить. С сестрой мне нельзя. С другой мне тоже нельзя. Как же жить дальше? Короче, вот. Если ты когда-нибудь постучишься в дверь этой девицы, это для тебя плохо кончится. Ну? Ты что, остаешься? Купил билеты. Слушали, постановили. Билеты купил? Знаешь, какая была очередь? Сегодня же воскресенье. А, пуговицы где? Не знаю. Одна здесь, другая там. Снимай куртку. Вот эту пришьем. Не, знаешь, какую? Ой. Когда эта пуговица оторвется, ты меня забудешь. Такая примета. У тебя билеты на какой сеанс? На последний, на 10 часов. Ну почему на 10? Ну ты же сама сказала, на какой хочешь. Ну только не на 10. Ну ты сказала. Васенька, голубчик,
На 10 невозможно. На какой хочешь, ты сама сказала. Нет, Васенька, на 10 я пойти не могу. Почему? Не могу и все. Ну почему не можешь-то? Не могу? Это значит не могу. Давай скоренько за билетами, если еще хочешь попасть в кино. А почему? Я должен знать. Должен знать? Разве? Ну что случилось? У тебя свидание. Ты как прокурор. И не смотри на меня так, пожалуйста. Кто тебе дал право так на меня смотреть? У тебя свидание. Я сказала тебе, перестань допрашивать. Ну что изменилось? Кое-что. Что? Васенька, мне кажется, понравился один парень. У меня свидание, ты угадал. Где этот парень был раньше? Зачем ты это сделал? Зачем ты отправила меня за билетами? Пожалела. Папу твоего пожалела. А при чем здесь отец? А при том. Он прошлой ночью приходил ко мне. Просил, чтобы я вела себя с тобой посердечнее. Чтобы не огорчала тебя. Это ж надо додуматься. Нет, видно, без мужа на этом свете не проживешь. Я убью тебя. Ты? О, братишка, что с тобой, что случилось? Кто тебя обидел? Она? Чтобы я посоветовал тебе, старичок, махнуть на это рукой. На время. Ты любишь девушку, она крутит тебе динамо. Нормальное явление. А ты посмотри, что она будет делать, когда ты ее не будешь любить. Василий! Балбес. Видишь, что ты натворил? А что? Володя! Где ты, Володя? Володя! Черт подери, что делать? Сматываться, раз уж решили. Он уже собирает рюкзак! Володя! Я остаюсь. Ну, привет. Ты что, заболел? Что у тебя, действительно родной брат, что ли? Послушай, старина, что ты там наблюдаешь? Что-нибудь забавное из жизни тараканов, а? Бесполезно. По-моему, он давно дрыхнет, твой братишка. Нет, в том-то и дело. Он смотрит в потолок. Уже 6-й час. Тебе нравится сестра? Почему ты должен караулить брата? Мне что-то непонятно. Перестань. Слушай, а тот парень, кем тебе будет, если... Взять, что ли? Зятёк, точно. Я тебе уже завидую. Кто он такой? Какой-то радиоинженер. Знает, чего хочет от жизни и шире меня в плечах. Может, тебе лучше удалиться? Хотя, я понимаю, ты хочешь повидаться с сестрицей? Может быть. Угу, ясно. Хочешь с ней поговорить? Как следует, а? Это не твое дело. А радиосоперник? А там папаша подойдет. Будет у вас потеха. Только я-то тут при чем? Ты уже поговорил с этой девицей? О чем? Смотри-ка. Папаша-то, оказывается, тоже был молодым. Сказал ты ей, что между вами все кончено? Нет, я же ее больше не видел. Мог бы сказать. А, проживет без объяснений. Не маленькая. Я ее больше не знаю, как ты хотел. А скажи, она... Ничего себе, а? Ты, по-моему, дал слово. Ну, за кого ты меня принимаешь? С женщинами главное не забывать, что на свете есть много других женщин.
От этого я отказываюсь. В интересах мужской дружбы. А верно, в этом есть что-то приятное. Пострадать за товарища. Я даже уважать себя стал. В самом деле. Лежу вот и уважаю. Твоя сестренка в ранней юности. Вот. В классике играет. Взгляни. Ну, полюбуйся. Видел. А это после выпускного бала. Они гуляют по улице. Малинник. Что? Она тут самая симпатичная. А, пляж. Ну, это самое интересное. Как-то раз на пляже был такой случай. Тонула одна девица, и я ее вытащил. Ну и что? Ну и то. Тащил, не видел. Вытащил, глянул. Несимпатичная. Не повезло. Мне бы такую спасти. Она тонет, а я ее спасаю. А? Неплохое начало, скажи. Войдите открыто. Добрый вечер. Квартира Сарафановых? Да, это квартира Сарафановых. Добрый вечер. А Нина? Разве она еще не возвращалась? Еще нет. Черт возьми, у меня не так уж много времени. Мы с ней потерялись в гастрономе. А вы здесь первый раз? Совершенно верно, в первый. Ну ничего, сориентировались. А как же. Ну что, парни, давайте знакомиться. Давайте. Михаил Кудимов. Владимир. Это ты? Все знаю. Сочувствую. Рад. Благодарю за чуткость. Михаил. Севастьянов. Семен Парамонович. Парамонович? Комик. Комик? Простите, это вы о чем? Перестань. Ну а чего? Да пусть он как мид. Я не против. Второй этап баскетбольный. За точное попадание 1 очко. Увиду тебя я в тундру, увиду тебя одну. В ярком северном сиянии тебя оберну. Вот. Это больше соответствует обстановке. Ребята, отвертки нет? Жаль. Гетеродинчик подстроить. Черт возьми, в половине 11 мне нужно быть в общежитии. Ну как, Павел, выпьем или подождем Ниночку? Выпьем. Открывай. А где папаша? Кого вы называете папашей? Какого? Отца Ниночки, твоего отца. Ты с ним не знаком, уже называешь его папашей. А впрочем, он на работе. Вы присаживайтесь. А почему это ты мне говоришь вы? А почему это вы говорите мне ты, мне и моему другу? Нас это шокирует. Парни, парни, что за формальности в такой день? Давайте проще, выпьем по этому поводу. Прошу вас. Да что ты в самом деле? Парламент здесь, что ли? Вроде этого. А скажите, начальство вам разрешило жениться? На Аэрофлоте. Гражданская организация. Ну, в армии, конечно, другое дело. А, интересно... Перестань. А, ты здесь? Привет. Ну что, познакомились? Было дело. Веселые ребята. Люблю веселых ребят. Ну что, выпьем, чтобы не терять зря времени? Вот это правильно. Не торопитесь, подождем отца. Подождем. Но через полчаса я ухожу. Вот жизнь. Регламент. И все такое.
Чуть что, опоздал, губа тяжело, верно? Да я же вам объяснял, у нас не армия. Просто я дал себе слово никогда не опаздывать. А свое слово я уважаю. В конце концов, не беда, если сегодня ты задержишься. Один раз можно. Зачем мне задерживаться? Да, зачем задерживаться? Сегодня ты опоздаешь. Зачем? Просто так, опоздаешь и все. Ну, если это необходимо, я готов. А просто так, извини, я не вижу в этом смысла. Правильно, не поддавайся. Да я никогда не опаздываю. Я так и думал. Сегодня ты опоздаешь. Я так хочу. Не слушай ее. Главное быть принципиальным. Добрый вечер. Добрый вечер, архаровцы. Добрый вечер. Баб, знакомься. Кудимов Михаил. Сарафанов. Очень приятно, очень. Наконец-то воочию. Да, воочию. Мы с вами. Ну что ж, очень рад. Проходите, молодой человек. Проходите. Очень, очень рад. Ну что, Володя, как дела? Васенька дома? Дома, но он не в духе. О, мой старший сын, Володя. Познакомились? Да, мы познакомились. О. Ну что же, молодые люди, вы все решили, все обдумали, а нам что же остается? Принимать все как есть. Такова наша участь. С вашего разрешения за вас и за наше знакомство. Папа, за тебя. Я рад. Я вам скажу, я очень рад. Мы все очень, так сказать, Володя, верно. Волк, а ты рад? Посмотри. Рад или не рад? Папа, твой здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Я только хотел сказать. Тост. Немножко. Я сейчас возвращался домой и думал, размышлял о жизни. Что ни говори, а жизнь мудрее всех нас, живущих и мудрствующих. Она милосердна. Она справедлива. Героев она заставляет усомниться. А всех тех, кто сделал мало или ничего не сделал, но проживших жизнь с чистым сердцем, ты понимаешь, она утешает. Ты понимаешь, вот утешает. Поэтому мне бы хотелось сегодня, сейчас выпить за детей своих. А вы знаете, Андрей Григорьевич, я вас где-то видел. Я не помню, когда и при каких обстоятельствах, но я вас точно где-то видел. Володя, за тебя. Нина, за тебя. За вас. Спасибо. За Васеньку. Это мой младший сын. Он прекрасный. Он отдыхает сейчас там. Итак, за ваше здоровье. Спасибо. За ваше счастье. Володя, Семен, за вас. Спасибо. Желаю, Семен, именно счастья. Спасибо. Спасибо. За ваше счастье. Спасибо. За твое здоровье, папа. А. Хорошо. Не знаю, где, но я точно где-то вас видел. Вы видел, ну и что? Нет, ну а где? Не все равно. Вы знаете, у меня такой характер. Если я не вспомню, я буду все время мучиться. Вот, я где-то видел, ну где-то видел. Молодой человек, я артист. Да. О, вы могли меня видеть. На эстраде. Прекрасно. Филармония. Нет, филармония это... Театр, наконец. Боже мой, вы это имеете значение. Нет, минуточку, минуточку. А ты не опоздаешь, осталось 18 минут. Спасибо за часами. Папа! За часами я слежу, но, понимаете, я должен вспомнить. Па-ра-ра-ра-ра-ра-рам, пам-пам. Пам-пам-пам. Можно запоминать до самой смерти. Пам-пам-пам. Вспомнил.
Ну, я видел вас на улице. Я видел, на улице я увидел. Ну, слава богу, надеюсь, ты теперь да, успокоишься. Нет, слушай, наконец-то. Ну, как же я раньше-то? Как только ты сказал до самой смерти, я сразу вспомнил. Да. Я видел вас на похоронах. Черт, я не знаю, как почему я раньше? Это было на прошлой неделе. Нет, это было на прошлой неделе. И в руках у него был вот этот же самый кларнет. Ничего подобного. Хоронили какого-то шофера. Вышли по улице Коминтерна часа в 4 дня. А я говорю, что ты обознался. Ну нет, ну Ниночка, нет. У меня. Вот стоит мне человека только увидеть мельком. У меня прекрасная зрительная память. На этот раз она тебя подвела. Ты его спутал с кем-то другим. Сынок, типа. Нет, ну что вы, да ничего подобного. Он был вот в этом плаще, в этом берете. Вы скажите. Тебе показалось. Пора. Да точно. Ты обознался. Нет, вы им скажите. Ты обознался, неужели ты этого не понимаешь? Володя. Да нет, ну, ребят, Володя. Ниночка, я вам даю честное слово. Ну, послушай, ты ошибся, это ясно всем, и тебе в том числе. Минуточку. Сам понимаешь, что ошибся, а настаиваешь на своем нехорошо, выходит, ты врешь. Что-то я тебе за такие слова знаю. К тому же тебе пора, осталось 15 минут. Я веду себя нормально и говорю правду. Да. А если вот кому-то не нравится, то и пусть он убирается. Молодой человек. Что значит кому-то? Он мой сын. Он брат моей дочери. Я попросил бы вас быть с ним повежливее. Ну вы-то, ну почему вы молчите? Ведь это же вы были на похоронах. Ну вы скажите же им, в конце концов. Да, я был на похоронах. Однажды умер хороший человек. У них не было кларнета. Я был приглашен. Ну вот, вот, что и требовалось доказать. Всякая работа хороша, если она необходима. Нет, вы не подумайте, что я это вспомнил, потому что мне не нравится ваша профессия. Да кем вы работаете, для меня совершенно не имеет никакого значения. Для тебя. Спасибо, сынок. Володя, я тебе налгал. Я уже полгода не работаю в филармонии, в оркестре. Да ладно, папа. А что, вы об этом не знали, да? Серьезный музыкант из меня не получился. Я работаю в кинотеатрах, на танцах и так далее. Ну и что? Уж лучше горькая правда, чем такие вещи. 10 минут. Людям нужна музыка, когда они веселятся и тоскуют. Папа, по-моему, ты на правильном пути. Где еще быть музыканту, если не на танцах и похоронах? Спасибо. Да нет, меня не назовешь неудачником, потому что у меня замечательные дети. Большое оживление в семейной жизни. Ну что ж, продолжайте, я желаю вам всего хорошего. Сынок, сынок, неподходящий момент. Нет, для выяснения наших семейных. Нет, на этот раз ты меня не остановишь. Послушай, старина, бросай мешок, не надо так спешить. А ну-ка, раздевайся. Отстань. Если когда-нибудь тебе что-нибудь не будет хватать, то ты обратись к папе. Он все устроит. Васенька, Васенька. Надо. Зачем ты ходил к ней ночью? Ну, кто тебя просил? Сынок, я хотел тебе добра. Я делал все это для тебя. Лучше бы ты обо мне не заботился. Прощайте. Я прошу прощения, но я на колени встану перед тобой. Но я запрещаю тебе уходить. Послушай, старина, а как же наш уговор? Пусти. Вы все меня стычертели. Сынок, я прошу тебя. Я видеть тебя не могу. И тебя тоже. Что ты сказал? Так, родном брать? Убирайся. Сию минуту. Силы тебя оставлять не будем. Убирайся. И не надо! Ничего не надо! Что? Вы побегаете без нас! Ой, закатили. Бандюга с обаятельной мордой! Закатили
ничего не обращаю внимания. Именно не обращай внимания. Наплюй на тебя. Тебе должно быть безразлично. Именно начинай, оставь меня. Начинается. Именно пошли к чертовой матери так же, как он. Ты со мной не будешь церемониться по этому поводу. Я не нужен вам. Не будешь со мной церемониться. Михаил, тебе пора. Перестань. Нет, мне действительно пора. Я ухожу. Миша, останься. Надо, чтобы был хоть один здравомыслящий человек. Останься, пожалуйста. Я здесь лишний человек. Я не нужен никому. В порядке, папа. Ты понимаешь, я знаю. Я очень извиняюсь, Ниночка, но мне действительно пора. Я пойду. Миша, останься. Ну, пойми меня правильно. У тебя каприз, а я дал себе слово. Ну? Иди. Иди. А то действительно опоздаешь. Иди. По-моему, тебе надо прилечь. Отдохнешь, вот они. Успокоишься. Дети-то. Господи, мои дети. Завтра увидимся. Да. Да, я сделал свое дело, сынок, я вырастил их, а теперь я свободен. Я на старости лет могу. Я хочу насладиться одиночеством. Ты не будешь. Если ты не против, я останусь с тобой. В вашем городе. Нет. Есть мединститут. А ты у меня, ты единственный у меня. Успокойся, ты видишь, как все просто. А что бы я делал, если бы не ты? Что бы я... Ты действительно решил остаться здесь? Да. А как быть? По-твоему, можно оставить сейчас его одного? Расстроена. Да уж, постарались, проявили талант. Никто не хотел, чтобы ты расстраивалась. Почему ты сделал из него идиота? Ну, мне не нравится. Ну и что? Не ты выходишь замуж, а я. Может быть, он не самый умный, не самый красивый, ну и что? А если я его люблю, тогда как? Тогда все в порядке. Завтра он будет тебя ждать. Да, будешь ждать. Ну и вот, вы поженитесь и уедете на Сахалин. Никуда я не поеду. Как же так? Да ты прав. Его сейчас нельзя оставлять. И еще я поняла, что я папина дочка. Сема в папу. Один у нас характер. Какой к черту Сахалин? Так. А твой? Он согласится? Не знаю. Может согласиться, а может нет. Ничего не знаю. Мне сейчас как-то все равно. Ну и не расстраивайся. Уж кому-кому, а тебе-то, господи, это стоит только свистнуть. Столько парней сбежится. Тебе складывать их в штабеля придется. А ты мне поможешь. Идиот. Кретин. Ты что? Вот болван-то, а? Что случилось? Ничего.
Просто если ты останешься, мне придется уехать. Здравствуй, ты еще почему? Почему? Потому. Сказано уже, что я идиот и не вижу никакого выхода. Какого выхода? Что с тобой? Ты что, всегда такой или с тобой недавно? Недавно. И что случилось? Влюбился. В кого? Как тебе сказать? Она принадлежит другому. Отбей. Это у тебя должно получиться. Легко сказать. А что тебе мешает? Я не знаю, кто она такая, но я ей ужасно завидую. И вообще мне жалко, что ты мой брат. Я тебе не брат. Что? Я тебе не брат. Ты что, шутишь? Не был никогда, не буду твоим братом. Я тебе не верю. У меня нет и не было сестры. Я тебе не верю, ты врешь. Факт есть факт. Отца я своего не знал. Мать моя живет в Челябинске. Твой отец там никогда в жизни не бывал, я его обманул. Зачем? Все вышло совершенно случайно. Он поверил, что я свой. Сначала он, потом ты. Я у вас совсем запутался. И еще. Мне не нравится твой жених, потому что нравишься ты. А что ж ты до сих пор молчал? Ты что, сумасшедший? Может быть, но я не хочу больше быть твоим братом. Ты авантюрист. Тебе надо в милицию сдать. Сдай. Сдай. Лучше сидеть в КПЗ, чем быть твоим Тебя братом. Тебя надо из дома выбросить или спустить с лестницы. Да? А раньше, когда я был твоим братом, я тебе нравился. Сынок, я все обдумал. Мы едем в Чернигов. Ты что, жениться собрался? Я не могу здесь остаться. Понимаешь, нет, у нее нет ничего святого. Из этого дома надо уходить. Уходить немедленно. Уходить сейчас же, пока не вынесли. Сию минуту, сию же секунду. Я возьму только кларнет и ноты. И это все, что я отсюда возьму. Когда поезд? Не знаю. Ну, что ты намерен делать? Да. Ты представляешь, что с ним будет, если он узнает? Я готов, Володя. Собрался. Ничего не оставил. Подумай, только я мог остаться здесь. Ты понимаешь меня, сынок? Папа. Сядь. Сядь. Посидим перед дорогой. Лет жил чужой жизнью, а счастье оставил в Чернигове. Как я мог? Как я не разыскал? Но я возвращаюсь, сынок. Я возвращаюсь. Не сомневайся. Я убежден. Я просто убежден, что твоя мать будет счастлива. Ты что, не веришь мне? Нет, я верю. Но... Зачем же так спешить? Ну что ты? Все разом. Ну что ты? Немедленно. Сейчас же. Что ж ты сидишь-то? Сынок, что ж ты сидишь? Пап, пап, успокойся. Не волнуйся. Где этот
Я крупно пострадал. Мне нужны брюки. Мы с вашей соседкой, дорогой папаша, по-соседски пили чай. А окна были открыты. И ваш сын бросил меня в хозяйственные спички. Ну, брюки. Знаете, большой коробок. И он взорвался. И я сгорел. Дайте мне брюки. Дайте мне брюки! Займы! Ну, пустите. Где этот твой, а? Ну, пустите. Я ему брюки давай, говорю. Где горит? Брасы. Где это? Горится. Жаль, что твоя шкура плохо подгорела. Ты что, старичок, что ты говоришь? А ведь я предупреждал. Предупреждал. Где горит-то? Как он мог? Да вы не беспокойтесь, Андрей Григорьевич. Только вот диван, где он сидел. Любовничек. Какая любовь? Я тут с огнем боролся. В гробу я видел такую любовь. Вон как ты заговорил. А ты как хотела? Горишь, тебя поджигают, а я-то здесь при чем? Видеть тебя не могу. Взаимно. Сама ты знаешь... Вот он. Васенька, ты ведь в самом деле мог меня поджечь. Гони брюки, слышишь? Смехом, а я ведь и привлечь могу. Как-никак поджег. Она подтвердит. На меня не рассчитывай. Может, ты ему спасибо скажешь за то, что он тебя поджег? Может, и скажу. У него же истерика. Неси воды. Ну-ка, брат. Ну-ка. Это все пустяки. Нет, ты смотри, он же еще и заходится. Беги отсюда, пока цел. В таком виде? Куда? Гоните брюки, вы, психи. Обойдешься, это тебя даже к лицу. А ты все сынка изображаешь? Вали отсюда! Или ты хочешь, чтобы я тебя проводил? Ну, спасибо тебе, старичок. За все спасибо. Настоящий ты оказался друг. Я ухожу. Но сначала я должен раскрыть глаза общественности. Заткнись! Вы, папаша, глубоко заблуждаетесь, если думаете, что он ваш сын. Он такой же сын, как я, Жизель. Он вообще неизвестно кто. Может, рецидивист. Смотрите. Он вам еще устроит. Сынок. Вон. Пап. Мерзавец. Пап, не надо. Папа, не надо. Негодяй. А ну-ка, приди. Ну, не стань. Старичок, да ты что? Я тебе старичок. Покажу тебя. Негодяй. Старичок, да ты что? Я тебя... Старичок, старичок. Да я ты не... Старичок, да ты что? Старичок! Он прав. Я вам не сын. Я вам не сын. Я обманул вас вчера. Поймите, я не хотел. Все вышло случайно. Вчера, когда вы к ней стучались, я узнал ваше имя и запомнил вашу квартиру. Вы хотели погреться и уйти. Все вышло само собой. Это невозможно. Володя, этого не может быть. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я, ну, в общем, я рад, что я к вам попал. А я не верю. Скажи, что ты мой сын. Сын ведь
сын? Нет. А я не верю. Я не хочу этому верить. Грейс, и сам уже не верю, что я вам не сын. Ой. Ну, факт есть факт. Я не понимаю. Я не хочу этого понимать. Ты мой сын. Ты настоящий Сарафанов. Ты любимый мой сын. Пап, а мы? А я, Васенька? Вы тоже мои дети. Только он старше вас. Он умнее вас. Чудные вы люди какие. Чудные. Чуть дом не спалили. Володя, подойди сюда. Что бы там ни было, а я считаю тебя, Володя, своим сыном. И все мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я люблю вас. А это главное. Извини, конечно, я хочу спросить, у тебя вообще родители имеются? Да. Мать в Челябинске. Они живут с моим старшим братом. А ты? Как ты сюда попал? Я учусь здесь. А где ж ты живешь? В общежитии. В общежитии? Это же неуютно, это далеко. Ты что-то, Володя, ты должен жить у нас. Да нет, что вы. Ты должен жить у нас в Нининой комнате. А я никуда не уезжаю. Разве я тебе не сказал, папа? Нет. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый день. Я вам еще надоем. Нет, нет, Володя, я настаиваю, чтобы ты жил у нас. У нас. Я приду завтра. Когда? В 6 часов. Кстати, который сейчас час? 11:30. Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку. Thank you.
А лучше всего вот что. Не думать ни о чем. С ума не сходить. Так оно спокойнее, по-моему. Нина, прислушайтесь к суждению человека, который... Я объявила уборку. Слышали? Уходим. Уходим. А знаете, Нина, я с вами совершенно согласен. В этой Натальи нет ничего особенного. Прекрасно, освобождайте помещение. А я как раз хотел помочь вам прибраться. Иди, иди, нам надо поговорить. Нет, ну, может что-нибудь переставить, вынести. Ты нам будешь только мешать. Слушай, ты же ей брат. Какие у вас могут быть разговоры? Семейные. Семейные разговоры. Нина! Даже странно. От папы, конечно, всего можно было ожидать, но такого... Кто бы мог подумать, что у меня есть брат, да еще старший, да еще такой интересный. А я? Разве я думал, что у меня такая замечательная и симпатичная сестренка? Симпатичная? Конечно. Ты так считаешь? Нет. Я считаю, что ты красивая. Ну так красивая или симпатичная, я что-то не пойму. И то, и другое. Но мне надо с тобой поговорить. Значит, ты уезжаешь? Да, что? Ах да, тебе, наверное, отец все объяснил. Так, значит, уезжаешь. И что же выходит насовсем? Ну да. А что тебя, интересно, волнует? Меня? Видишь ли, какое дело? Отец, человек ведь уже не молодой. И не такой уж здоровый. И характер у него. Ты сама понимаешь? Нет, не понимаю. Ведь он останется один. Так и что? Ну, ты могла бы... Могла бы что? Ну, в общем... Могла бы здесь остаться. Вот как? Надо же, какой ты заботливый. А как иначе? Он ведь тебе не кто-нибудь. Отец родной. А тебе? Если ты такой заботливый сын, то почему бы тебе не взять его к себе? Мне? А что ты так удивляешься? Ты старший сын. Если на то пошло, то это твой сыновий долг. Васенька! Васенька, подойди ко мне, я тебя отшлепаю за вчерашнее. Да? Для этой цели поищите кого-нибудь другого. Жора, я прошу тебя, приди, пожалуйста. Пораньше, ну, со своим, с этим... Ну, хорошо. Ой, Василий, посмотри-ка. Наталья при всем наряде. Володя, это она. А кто такая? Наша соседка, хорошая женщина. Краса родимого села. Ну, что ж ты сидишь? Пойди, попрощайся. Ну, отстань от Сегодня меня. Ты еще не прощался? Нина. Ну, что тебе от меня Или надо? Ты ей письмо отправил? Мне надо, чтобы ты с ума не сходил. Надо думать. А потом с ума сходить. Разве? Лучше уж наоборот. Ты, боже мой. Да? Я так считаю. И очень глупо. Володя абсолютно прав. Думать не лишнее. Но надо учитывать молодые эмоции. Ничего. Ой, давайте, понимаете. Защищайте. Если вы хотите, чтобы он совсем рехнулся, давайте. Ты сама думай и прикидывай. Но меня-то оставь в покое. Может, я хочу с ума сходить? Понятно тебе? Зачем же так? Да что он в самом деле? Нашел перед кем унижаться? Нина, Нина, ты не права. Девушка, она неплохая. Володь, посмотри, пожалуйста. О. Его можно понять, она интересная. Да, ты думаешь? А что, внешне, во всяком случае, она весьма привлекательная. В таком случае у тебя дурной вкус. И уходите из кухни, я начинаю уборку.
твоем месте, я бы сначала доучился. Сколько тебе? Две. Ты абсолютно... Тайгу ты всегда успеешь. Угу. В это заведение прием идет круглый год. Вот. Абсолютно. Тем более там, как мне кажется, больше нужны лесорубы, плотники. Ну что? Люди физического. Я буду стараться, старшие товарищи мне помогут. Ну и кроме того, ну не всем же учиться. Ну, кому ты работать надо? Закончишь школу и ну, тебя никто не спрашивает. Что дарешь? Не спрашивает. А, кстати, тебе полезно знать мнение твоей сестренки. Она серьезнее тебя 10 раз. Всем известно, папа, что у тебя серьезная, умная, очень красивая дочь. Это без смеха. Ну и кроме того, у тебя появился еще один сын, так что вы вполне могли бы оставить меня в покое. Ну, попробуй, ну, поговори, ну попробуй, ну, купи его за рубь. На твоем месте я бы послушался отца и сестренку. А ты вовремя нашелся, ну вот ты и слушаешь вместо меня. Я уезжаю, к сожалению. Как уезжаешь, когда? Завтра. Нас ждет институт, как это не печально. Да? А я-то думала, что ты к нам. Она-то думала, что ты останешься тут с папой. Нашла козла отпущения. Не надо. Не надо. Не устраивай скандал. А что касается Володи, он обещал приехать погостить ко мне зимой. Значит, ты здесь так, мимоходом? А ты выходишь перед отъездом? Перед каким отъездом? Нина, Володя завтра улетает рано утром. У меня к тебе просьба. Володя, у меня сегодня серьезный день, серьезная программа. Дедур.